Значит, возьмешь, сделаешь бежевый цветичек, который ты говоришь. Вот я не пойму, а здесь какой оттенок? Смотри, это розовые, это фиолетоватые, но разбеленные. Очень разбеленные. Если ты хочешь, чтобы оно было посветлее, очень разбеленные. И коричневатый. Коричневатый даст легкую желтость всему. Хорошо? Итак, розовый, голубой, но берешь мелкими партиями. Очень по чуть-чуть берешь. Ты видишь, я даже создаю площадку прежде, чтобы не сразу цапнуть всю меру. Не из середины берем. Хорошо? И избавляешься от белого. Давай. Розовый, голубой. Это голубой. С белилами, да. И белила. А потом немножко еще и коричневости. Угу. Вот такие. И сиреневенький внутрь. И потом еще крапопушечку в центрик. Угу. Потом, уже чуть потом, когда накидаешь эти все цветочки, ты начнешь в том числе очерчивать их, где-то давая вот такую мощную глубину. Угу. Хорошо? Хорошо. А можно вот так вазу немножко спустить? Конечно, конечно, можно, опустишь. Угу. Листики пойдут делать, сюда, да. Ага. Чтобы тепло больше было. Давай. Так, значит мне вот это, да? Сначала листики. Нашвырять, нашвырять, нашвырять. Коричневый, синий. То есть это глубокий цвет зелени. Пальцем задействовал. Угу. Вот так вот. Вот так. А где-то вдруг раз острие одним пальцем. Все превращается в каких-то гигантов. Где зеленый? Зеленый сначала нужно было кинуть, потом вытирать. Увлеклась. Зеленый кинуть, потом вытирать и ставить цветок. И не вот такой. Ладно, давай. Зеленоватой чуть-чуть зелени. То есть до этого была чумазенькая, а теперь немножко с цветом. Чуть-чуть с цветом и чуть-чуть с формой. Да? Такие примерно мысли песочечки. Чуть-чуть с цветом, с формой. Она? Ты видела? Палец сначала топтал, потом кончиком вынимал кончик. Давай так. Тоже и сюда где-то там вот что-то торчит. Ну и пока с цветами. Да, и, не, и зеленью тоже. Там две тычиночки обычно сидят, такая мушкой. Ты понимаешь, это же коню понятно, что это рисовался цветок Анютиных глазок, да? Просто он по цвету такой. По напряжению цвета такой. И не надо, чтобы он был сильно различим. Не надо. Его заслоняет. Лепусток. Да. Цветок задний. Угу. Его заслоняет передний. А вот переднему чуть-чуть содержание подсунули. Причем тоже вот характерное, чисто анютинное содержание, да, вот сейчас произошло. Ага. Плюс вот такие две там пупышечки. Вот такое что-то. Плюс лепестоник какой-то вышел. Там чуть иначе, ну, я уже как, ну, исходя из того, да, как у нас складывается. Вот он, чуть-чуть лепесточечки. Вот такое. Ну-ка, давай. Они, конечно, не самые удобные. Вот разбелишь ультрамарин, будет симпатично. Ультрамарин. Не голубым, а ультрамарин. С белым? Да. Зачистишь себе площадочку под этот цветичек. Ну, давай попробуем вместе. Угу. Вот он наш. У них такая собачка. Два маленьких. Два средненьких и один крупный внизу.
Причем один маленький заслонил другого маленького. Всего 5. Угу. Эту собачку нужно хоть немножко где-то проявить. Ну, это и цвета он странного. Там беленький, ну такой светленький, замечательный цветочек. Где ты зеленый там увидела? Можно, конечно, импровизировать, но не до такой же степени. Один заслонил другого. Это все отражение. Это все отражение. Это не плоскость от дороги, а отражение. Тенистое пятно тоже участник игры. Здесь тенистое, показывающее, что плоскость там заканчивается и начинается лежачая плоскость. Там плоскость закончилась. Thank you.
некоторую плотность переднику дадим, для того, чтобы он приблизился, чтобы он стал здесь. Смотри, мутный и обостренный рядом здорово звучат. Мутный и обостренный здорово звучат. Та же история. Причем штрих здорово звучит. Какая-то приятная дымка образовалась. Свет из-под теневой образовался. То есть есть сама тень. А есть свет из-под теневой. Есть свет из-под теневой, который ты тоже успела уничтожить. То есть вот эту категорию художественности свет из-под теневой надо не забывать. Запутанно, ну красиво. Что оно там? Ну вот как-то так.
Спасибо. И резьбами можно такие вещи добывать. Так. Вот немножко вот таких торчалочек от края. Иногда вот стоит погонять красочку, посмотреть, чтобы оно как-то интересно залегло внутрь. Какие-то намеки на стволики. Намеки на листики. Что-то такое, да? Ну вот здесь. Прилег, да, один из них? Ну, такая мгла. Спасибо большое.